сорт томата Мади Мамба, мутная мамба. Вот такой вот необычный по окрасу томат. Вообще красавец необычный. Это высокорослый сорт, 1,72 м в открытом грунте. Он среднеспелый, 110-120 дней проходит до сбора урожая. Плоды плоскоокруглые, окраска бордово-зеленого цвета. И вес томатов от 250 до 350 грамм. Отдельные плоды до 450. Этот сорт примечателен не только красивыми плодами, но и тем, что он плодоносит до самых заморозков, и у него очень высокая урожайность. Вот так красиво выглядит сорт в разрезе, вообще необычный. Очень сочный, тонкая кожица у него, и мякоть зелено-бежевая с розовыми вкраплениями. Очень сочный, сладкий, с преобладанием фруктового вкуса. Попробуйте, вообще замечательнейший сорт. Этот сорт салатного назначения. Выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Лучше растение вести 2-3 стебля.